Государственный технический университет ВМР имени маршала Советского Союза Дмитрия Федоровича Устинова. Сегодня в этом зале уникальное событие. Сегодня выпускники военмеха получат не только диплом, но и погоны лейтенанта военно-морского флота Российской Федерации. Это очень знаменательное событие не только для тех, кто сегодня встает в строй флота России, но и для всех, кто присутствует здесь. Для родителей, наверное, это самый волнительный момент, особенно для пап. Поэтому от всей души поздравляем вас, уважаемые родители, с тем, что ваши сыновья теперь с честью будут носить гордое имя выпускника военмеха. Для оглашения приказа об окончании Балтийского государственного технического университета военмех имени Дмитрия Федоровича Устинова и вручения погон лейтенанта флота России вносится государственный флаг Российской Федерации.